современный танец в классическом антураже. Для балетного фестиваля «Бенуа де ля Данс» в Большом театре это настоящее событие. Все претенденты на призы очень-очень разные. И решение принять непросто. Вот одна из победительниц. Светлана Захарова признана лучшей танцовщицей. Об этой награде жюри не пришлось спорить. Она Захарова. Я думаю, что ей не нужно говорить, ей нужно смотреть. Родившаяся на Украине балерина получила приз за роль Маргариты Готье в постановке «Дамы с камелиями» в Большом театре. Я невероятно счастлива, что мне вручили сегодня такой один из самых, наверное, главных призов. Мы его называем «Балетный Оскар». Но самый мужественный поступок на вечере совершил танцовщик Берлинского государственного балета Мариан Вальтер. Борьба ангелов по ДД для двух танцовщиков-мужчин. И это в стране, где развернулась кампания против так называемой пропаганды гомосексуализма. Это выступление можно считать почти политической декларацией, в том числе со стороны Большого театра.